Привет, Илюша из Молдовы. Да привет, Молдова, ёкаламана, я уже... Главные мои фанаты. Молдовские. Друзья мои. У вас семейная бухать. Слышь, тварь. Анастасия, ты уходишь из эфира. Мразота вонючая. Еще можно заблокировать кого-то. Да, конечно. Там нам, кстати, уже еда готова, уже стоит. Слушай, а ты не видел вчера там кепок утепленных? Нет дочки, я, и Алена, я вообще не знаю, кто такая. Какая семья? У меня не было семьи никогда. Как это? В смысле, как это? Так это. А я кто? Ну, ты, да. Как отношусь к Гусеву и Романец Швали? Кто такой Гусева и Романец? Ложки. Кто это? Ложки лоховые. Все, что... Так зачем тогда умирать, раз у тебя все есть? Так я, ну... Пока живешь? Короче, была ситуация с Гусевым и Романец, там что-то... Что? Что-то там что-то было, короче, я не помню, я этого лоха, блядь, опустил просто там, его тёлку, блядь, лохушку, блядь. А вот эти вот синенькие штучки, это светится, это подсветка или... Да, я про тебя говорю, это я говорю про тебя. Мне эта мразь, которой я был 5 лет, просила, умоляла, чтобы я там сказал, что это не я там, что это фейк. Но нет, это я был чмо, ты вонючая, блядь. Это я был чмо. Это я был чмо, это я был. Это заклинание, что ли? Я не знаю, повторяю. Я тебя, сука, взгрею, блядь, при первой же встрече, запомни это, блядь, сука, бойся. Гнида, блядь, и твою соку, сука, соску, блядь, которую я... Ладно, блядь, все, короче. Привет, Нейлс СПБ. Привет, Нейлс СПБ. Ты знаешь, что это Нейлс СПБ? Нет. А эта тварь меня просила, потому что ее трахали знакомые, да, этих мразей, да. Еще. Ладно, короче, да. Нейлс СПБ, ладно, все, Нейлс СПБ, что сделаете моей сестренке маникюр за рекламу, за мою? Что ты ржешь? Конечно, реально. Ты столько говоришь. Говна. Да пошли они все нах, ублюдки вонючие. Антон Гусев сосал просто, блядь, болта моего. Хватит. И его Вика тоже. В заглот. Я вообще не понимаю, как ты говоришь. Да похер, просто меня напомнили, вот я и говорю. А так мне насрать на них, на этих чмошников. Да потому что разозлился, потому что, ну, как бы мне это напомнило одну ситуацию. Вот и все. А так мне похер. То есть ты не отпустил ее? Нет, мне на нее насрать, на эту тварь. Мне на них не насрать. Я, ну, про ситуацию. Не, ситуацию. Ситуацию отпустил ли я ситуацию? Да, я, конечно, отпустил. А так я бы взгрел его, конечно, как следует, блядь. Он тебе что-то наговорил нехорошего? Нет, он мне ничего не говорил нехорошего. Просто. Ты ну да, да, он вел себя неподобающе. Неподобающе вел с моей бывшей. И его баба продажная вела себя тоже неподобающе. Потому что ей делали наращивание волос, а она потом, блядь, брала деньги и писала, что ей в другом месте. Ну, короче, просто, ну, это в прошлом, мне на это насрать, а так просто, да мне просто, я просто их не уважаю, как людей, они чмошники для меня. Они продажные, они продаются, сука, они, блядь, никто, не люди, они вещи, которые можно купить, которые я могу купить прямо сейчас. Вот и все. Я их не уважаю, не как людей, они не люди, они существа. Продажные вещи. Спасибо большое. Да, у меня есть травочка красивая. Я сегодня ехала к тебе, когда у меня такой водитель.
говорит такой, чем занимаетесь? Я говорю, тайским боксом. Он такой, о, типа, ничего себе, а можете, говорит, мне помочь? Мне надо, говорит... Вон, она, конечно, тебе сделает маникюр. Двух братов-акробатов наказать. Я такая, типа, что? Он говорит, ну, знаешь, типа, есть такой, два брата, Димас и Вован. Нет, Кристи. Говорит, нашу страну загубили. Надо было, блин, кстати, этот, хочешь этот, во сколько кино? Сейчас, уже через 9 минут нам только вот покушать. Кристи, пожалуйста, давай, 9 минут у тебя есть, приезжай в кино, с тобой сходим в кино. И с сестрой моей, и с ее молодым человеком. У меня нет молодого человека. А, у нее это нет молодого? Это отец моего ребенка. А, это отец ее ребенка. Ибрагим, ты, я знаю, ты смотришь, сука, этот эфир, так что, блядь, знай это. Знай. Это. Так вот, и этот водитель меня подстрекал навалять нашим президентом Российской Федерации. Он говорит, я говорю, вы все, хорошо, я не буду заказывайте... больше. Ну, я тебя слушаю. Я говорю, вы пытаетесь заказать у меня. Я говорю, что вы хотите, чтобы я их убийство заказать через меня? Ну какие говорит, они наги встали, у них, сука, все арендное, блядь, у них машина, блядь, на компании. Вы что, зачнитесь? Алло. Ну. Алло, мы подъезжаем. Уже вот заворачиваем. Да, конечно. Мы подъезжаем и заворачиваем уже на Шамшу. Мы с собой поедим или в кино уже поедим, или там быстро поедим? Не знаю, смотри сам. Ну, он, ему сейчас брать с собой или... Давай через сколько кино? Там реклама еще, да. Кино через 9 минут. Ну все, успеем. Нормально, успеем, у нас 25 минут. Вот пусть они прямо сейчас подогреют. Ну все, мы залетаем и едим. Все, хорошо, я больше не буду материться, извините меня. Если честно, я влюблен в одну девушку очень вот сильно. Вот эту с губами, которую вы смеете? Да, помочь? Мэри моя просто красотка. Вот нам сейчас наверное. Красавчик, кто мне там написал сейчас? Олеговна. Олеговна написала. Олеговна красава тоже. Вон, все, короче, тебе сделают маникюр. Спасибо, моя дорогая Нелс СПБ. Сейчас, подождите, я к любимой быстро зайду в эфир. Сейчас. А как ты это сделаешь? Никак. В смысле, неважно, каким путем, что. Слышь, ты чё, тварь, сказала про Мэри? Ипатова, тварь вонючая ты, Катерина. Хватит. Она сказала, что Мэри уебанище. Ты можешь разговаривать по-другому? Да, могу. Не так грубо, ты можешь обзываться, только более корректно. Да, могу, конечно, всё, хорошо. Придумай какое-нибудь. Да мне не надо думать, всё. Обзывайтесь, что более нормальное. Нет, это они сказали просто. Так, ладно. Вож. Вож? Он довож? Нет, не надо такую грязь говорить. Просто животное. Там. Я 5 лет был в браке, и меня предали. Ты что мне про меня хочешь сказать? Я буду говорить просто самые жесткие вещи все. Да я не был в браке. В каком нахер я браке? Ты мне сейчас говоришь, что ты был в браке? Не, я сам с собой говорю. Ага. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Извините, если да, что да. А не, он сестра сама. Спасибо, дорогой мой. Всего доброго. Че ты, блядь, чушь нахуй? Че за хуйня, блядь, не понял. Иди отсюда, сука, блядь. Охуели вообще, блядь, твари. Нет, я не каждый день в новую девушку влюблен. Пидорас, блин.
Мэри, блядь, хочется сюда, блядь. О, нихуя. Это мое, да, брат? Смотрите, вот мне мой друг заказал. Опа, сейчас жиранем быстренько. Сейчас, мне еще пиво надо. Там возьмем пиво. Так, ну что, сестра. А что картошки, я не понимаю, это что такое? Давай еще попкорн возьмем. Нет, в смысле, это такая порция картошки типа? Да, маленькая. Спасибо. Спасибо, это с соплями, да? Это да. А, это перчатка, я думал, это салфетка. Это перчатка. Я с сестрой. С отцом ее ребенка. Ибрагим, слышишь? Спасибо, Кристина. Дайте жирануть, давай, Анька, приходи. Я тебя накормлю. Все добро? Ты меня правильно поняла. А что тебе сделали? Она наступила мне на ботинки на новые. Я накажу тебя. Но она не наступила, она вскользь прошла. Ешь, давай в кино потом. Она с нами идет в кино. Я работаю. Ты вела, не расширились, что ли? Кухня была. Сегодня я в первый отдел. Ладно, рано или поздно это бы произошло. Рано или поздно она бы... Ладно. Да, спасибо, мы прикольные, да. Мы с ней дрались, блядь. Ну, точнее, она как дрались? Она на меня, блядь, залезала. Ну, так на меня садилась, сука, я был маленький. И гасила меня. А я ей отомстил один раз и укусил ее за спину, блядь. Она это никогда не забудет. Просто за спину укусил. Да, Мэри — это моя любовь вообще, вы что? Мэри — любовь моя вообще, всех моих, это... Это же кухня, да, раньше была? Салфетку, салфетку, дай, пожалуйста. Спасибо, мои дорогие. Сестра? Да, младшая. Я что, настолько дерьмово выгляжу, что ли? Или сестра настолько хорошо?
Да, White Queen, тебя накормлю тоже. Накормлю тебя как следует. Мне, короче, еще надо косяк скрутить. Давай мы, короче, пойдем в кино. Ты когда уже началось? А ты косяк скрутил? Нет. Да, но уже началось. Салфетку дай тебе важно. Спасибо, брат, сколько? Это, ладно, супер. А уже он оплатил. Ну, я ему, да, да. Брат. Брат, да, мой. Брат. Ты ему кто? Родной. Я? Хозяин. А, я не понял, фига, у меня пиво закончилось. Второе, я сказал. Копыта помой перед едой. Реально, надо было помыть руки. Чего же мне раньше-то не сказали? Ё-моё. Так, ладно, короче. Пойдём. Не, я пойду в туалет, типа, это, надо мне табака. Сейчас. Ух, как его трек играет в сортире. Да я не был никогда с ней, с этой сукой конченой. Слышь, тварь, Ипатова, ты что, охерела, блядь, про мою девочку так говорить? Спасибо. Сейчас, подождите, короче, блядь. Надо штаны застегнуть. Меня лишать родительских прав, так ёпта, я не родитель, чтобы меня их лишать, блядь. Ух, какие треки тут играют, ё-моё. Еще раз, я только что поел у вас, конечно, но еще раз, здрасте, да. Налить мне надо пиво. 0,3. 0,4 давай. Фильтрованное, светлое. В Чехию или в Германию? Я взял Мираж, приходи. Да. Плачь. Билет. Чехия, Германия? Есть, есть. Мы оставим на там, где. Я деньги дам. А деньги уже не надо, ему отдашь деньги. Да. На, ему отдай, ой, извините. Сам отдашь, приди в кино, Jeremy, зал Мираж. Давай, давай. Давай, давай. Чехия или Германия? Скажи, без. Без.
Спасибо, мои девочки. Нет, не всегда. Так как мы гасились, никто так не дрался. Мы дрались, как мужик с мужиком. Я ее укусил один раз за спину, короче, и она после этого больше ко мне не лезла. Но она здоровее меня была всегда. Без разницы. Сестра у меня старшая, потому что на 5 лет, на 4 года. Ой. Угу. Ничего себе, мне счет сразу дают, типа, чтобы это... Относится ко мне как не к любимому клиенту. Представляете, как? Спасибо Султанова, сестру. Привет, Клавдия, Вовк. Косяки еще не кручу, пока попозже. Неуважение какое-то вообще ко мне. Во-первых, почему мне сразу счет дали? Я вот попросил пиво, мне сразу счет дали. Какого? Вы сказали, с собой в кинотеатр. Нет, я не говорил такого. Давайте вам налили. Нет, все, не надо, ладно. Все хорошо. Меня не понимает, видите, никто. Кроме вас, моя любимая. Только с вами я живу. Миша? У меня нет дочери. Миша или Женя? Вот я, привет. Да, надо пойти на фильм тоже. Кино будет каким-то Уилл Смитом и его сыном, не знаю. Джокера я смотрел уже, офигенный фильм, очень классный. Она не была меня старше, она и есть меня старше. Нет, не люблю. Никогда не помирюсь. Авокадо готов? Я нахожусь, Виктория Борисовна, в Санкт-Петербурге. В кинотеатре «Мираж Синема» я нахожусь. Маричка ДМА. Ты лохушка по жизни, запомни это. Слышь, ты лохушка, блядь. Ладно, все. Мешаю, не? Я помню. А вы мне мешаете, блядь.
нахуя здесь клиентам относится, блядь? Не буду я никакую бороду растить, бороду, блядь, долбоебы носят только. У которых нет, блядь, денег на бритву, сука. Ладно, Ксюшка, извини, пожалуйста. Нет, у меня нет дочки. Тоже привет Питеру. Улыбаюсь девушке. Танька Кирилюк, я вообще не знаю, кто такая. Нет. Не, я не пожалею, я делал все. Спасибо, Манаева. Спасибо, Киса. Киса Ленка. Я зарабатываю больше, чем она. Ну, я думаю, в разы, в три вот раза. У меня все прекрасно в жизни. Спасибо. Нет, она уже затухает и стареет. И плесневеет. А вот я, да. В Москву поеду, вот, может, на днях. Когда я пришел сюда, конечно. Я в Санкт-Петербурге. Я себе найду девушку. Вот, я уже нашел ее. Тихонечко. Перегребает. Кто хорошее лицо? Я не каждому отвечаю, Ксюшенька, но многим. Я в Санкт-Петербурге. Нет, любимый спиртной напиток у меня джин. Вообще. Я есть из 90.
Я не, ни с кем я не жил, я не знаю, кто такая Алена вообще. Нет, я ни с кем не помирился. Поцеловать ее?